Всех приветствую! Сегодня наша тема – перевод рисунка трафарета без помощи ручки. То есть обычный наш инструмент при переводе рисунка – это вот такая гелевая ручка, либо использовать специальную перевод ручку и краску. Я, как правило, пользуюсь именно вот такой ручкой с гелевой пастой. Пасту можно брать любую, но сегодня у нас другая тема. Сегодня как перевести рисунок на пергамент без помощи красящих чернил, скажем так. Что нам понадобится? Ну, так как здесь вот в рисунке присутствуют прямые линии, нам понадобится линейка, нам понадобится инструмент с шариком. Ну, у меня в данном случае, наверное, 1,5 мм шарик. Вот таким шариком очень удобно делать. Нам понадобится коврик для тиснения. Либо это будет силиконовый у вас коврик. Я уже делала обзоры инструментов, какие нам можно чем заменить. Так, и что мы делаем? Ну, во-первых, если у вас... нет инструмента профессионального, да, мы можем использовать ДОЦ, мы можем использовать инструменты с шариком, которые есть для глины, для работы с глиной. Мы можем использовать даже ручку, которая не пишет. В общем, просто посмотрите на канале обзор инструментов, и вам будет все понятно. Что дальше? Нам нужно прикрепить наш пергамент к трафарету бумажному. В данном случае именно с бумажного трафарета мы делаем перевод. Прикрепляем при помощи вот таких свернутых рулетиков из малярного скотча. Свернуты они липким слоем наверх. Они у нас не оставляют следов на пергаменте, не оставляют следов на бумаги, поэтому использовать их очень удобно. Прежде чем начинать тиснение, да, в данном случае у нас именно вот этот процесс и будет происходить сейчас без нанесения контура ручкой. Нам нужно пройти либо пергаментом, кусочком пергамента по кальке там, где у нас будет рисунок наноситься. Для чего? Для того, чтобы шарик у нас шел мягко, не застревал в пергаменте и не порвал его. То есть это именно для скольжения. Либо можно использовать воск. Есть воск специальный от фирмы Пергамана для работы. Я использую вот такой воск пчелиный для обуви, нейтральный. То есть он бесцветный. И мне удобно им работать. Самое главное, не набирать много воска на шарик, и тогда у вас все получится. Итак, мы приступаем к работе. Первое, что мы делаем, это, ну, если я работаю с воском, я чуть-чуть воск, прямо касаюсь чуть-чуть воска шариком. Лишнее даже убираю немножечко на бумажку, если много я зацепила. И дальше мы поработаем с линейкой. С линейкой мы представляем линеечку. Так, я сейчас поправлю камеру. Представляем линейку к трафарету. Вот прямая линия. И шариком просто проходим по нарисованной линии, слегка надавливая. Лучше пройти несколько раз, но не давить сразу сильно. Обязательно проводим контур нашего трафарета тоже таким же образом. То есть мы сначала легкое нажатие делаем, и затем мы переходим уже к более сильному нажатию. Лучше провести несколько раз. И таким образом мы проходим по периметру, то есть вот по нашей рамочке. Так, сейчас я немножко изменю камеру. Вот таким образом мы проходим все прямые линии, которые у нас
есть. Если мы проводим вот такие линии диагональные, то мы вот прикладываем линеечку и по линеечке также проходим все. Там, где у нас есть цветочки, лепесточки, да, то мы, естественно, там линию прерываем. Так, и что у нас получается? У нас получается вот такой перевод рисунка. Дальше мы посмотрим, как с этим работать. Это очень интересно. И теперь немножко о том, как мы прямые линии мы все разобрали. И точно так же мы будем работать с цветочками. То есть мы обводим по контуру нашим шариком. Можно несколько раз. Сначала не сильно надавливая, потом усиливая немножечко давление, как бы делаем хороший четкий контур. Представьте, что у вас нарисована уже ручка, если кто-то привык, да, работать с ручкой, и вы проводите, делаете эмбоссинг, то есть вот контурное вот это вот теснение. Это именно так. Только здесь мы идем непосредственно по контуру трафарета, не переводя его. Вот таким образом можно перевести рисунок без ручки. Я уже тут немножко нанесла, поэтому я подниму и покажу вам, что получается. На этой стороне и на лицевой стороне получается вот такой, так, сейчас подвину, вот такой замечательный у нас рисунок, уже протесненный. Работа будет очень аккуратная. Так, таким способом получается очень аккуратные работы, очень интересные. Так что приглашаю вас заниматься техникой парчмент. Приходите на обучение. Все можно узнать, написав мне на электронную почту, либо зайдите в контакт и напишите мне сообщение, где и как присоединиться к обучению по технике парчмент крафт. До следующих новых встреч. Работайте, делайте, творите с удовольствием, с радостью и с прекрасными результатами.